О правилах дорожного движения водителям решили рассказать дети. Третьеклассники 21-го лицея провели 1,5 часа возле своей школы, напоминая приезжающим родителям и проезжающим водителям соблюдать скоростной режим и внимательно следить за дорогой. Мы раздаем листовки и напоминаем всем водителям и пешеходам, чтобы они не забывали о правилах дорожного движения. Помогли школьникам в организации необычной акции представители родительского комитета и госавтоинспекторы. Подобное совместное мероприятие проводят впервые, но надеются, что инициативу подхватят и другие школы. Сегодняшняя акция направлена на обеспечение безопасности дорожного движения. То есть наши дети около школ постоянно сталкиваются с дорожным движением, с интенсивным дорожным движением. Многие водители не пропускают детей на пешеходных переходах, не замечают их. То есть эта акция направлена в первую очередь на то, чтобы еще раз напомнить водителям о том, что дети являются участниками дорожного движения и самыми неопытными участниками дорожного движения. Соответственно, их также нужно уважать и пропускать в случае появления их на проезжей части. Несмотря на то, что дети – самые неопытные участники дорожного движения, эти ребята подготовились к акции основательно. Объяснить правила поведения на дороге могли даже пешеходам. Переходя дорогу, смотреть налево и направо. Приходить на зеленый сигнал светофора. И не играть на проезжей части. Это везде. Родители признаются, инициаторами акции были все-таки они. Просто предложили детям такую возможность. Реакция ребят их приятно удивила. Вчера с детьми мы беседовали, то есть рассказали им о том, что у нас планируется. Дети были очень рады, дети выразили огромный энтузиазм, пожелали поучаствовать, причем спросили, то есть кто именно будет участвовать, кто хочет участвовать. То есть дети все до единого выразили желание участвовать в этой акции. Пока школьники раздавали водителям листовки, госавтоинспекторы на соседней улице проводили рейд, направленный на профилактику ДТП с участием детей. Непосредственно на улице Арсения у нас дежурит экипаж дорожно-патрульной службы, который выявляет такой вид нарушения, как непредоставление преимущества пешеходам. Всем известно, что улица Арсения достаточно оживленный участок дороги, и здесь находится общеобразовательное учреждение, поэтому наиболее важно работать именно здесь, профилактировать данный вид нарушений. То ли обстоятельства так совпали, то ли детская непосредственность произвела на водителей такое впечатление, но во время рейда выявленных нарушений было крайне мало. Отъезжая от школы, автолюбители старались ехать с осторожностью, внимательно глядя по сторонам. Родители сочли такую реакцию большим успехом и решили проводить такие акции как можно чаще. Может быть, так на улицах города аварий с участием детей станет меньше. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.